Предлагаем тренажер для укрепления мышц спины. Если такой тренажер увидите в тренажерном зале, его также включаем в комплекс. Из этого положения делаем разгибание туловища и сгибаем туловище. Такое положение исходное, руки на уровне плечевых суставов, больше работает нижняя часть спины, чуть ниже. Наклонитесь ниже, ниже, ниже. Вот. И пошла. Раз. Опускаемся. Плавное движение. Второе исходное положение. Ставим ручки. Есть такое упражнение с гантелью, пуловер. Вот в исходное положение, как для работы упражнения пуловер. И вытягиваем. Появляется дополнительный рычаг. Срабатывает мышцы уже грудного отдела. Мало того, это упражнение хорошо растягивает грудной отдел позвоночника и межреберное пространство и способствует увеличению экскурсии грудной клетки, сохранению и увеличению. Три подхода также, от 10 до 15 повторений. Вес где-то в среднем, можно считать, там 15-20 килограмм. От 10 до 20 у девушек и с 20 там, до 40, до 35 килограмм у мужчин. Но все это индивидуально, нужно смотреть по субъективным ощущениям безболезненности. Три подхода по 15 раз. Закончили.